Грибная регата и кулинарный поединок. Так зрелищно и вкусно прошел день рождения апатита Нефелинова обогатительной фабрики номер 2. 54 года работы фабрики дружно отпраздновали сотрудники рудников и других подразделений апатита. Торжество традиционно развернулось на озере Кислом. На берегу стартовал поединок кулинаров. Конкурс шашлыка – новинка дня рождения АНОВ-2. За 50 минут участники из 9 команд собирают мангалы и начинают готовить самый вкусный шашлык и другие блюда. Некоторые делятся рецептами. Шашлык, помидоры печеные по-азербайджански, также с баклажанами. Все это запечется, подашься с грузинской приправой ткемали. Команда «Люля-кебаб от баб» с АНОВ-2 подошла к процессу творчески. Подготовила и люля-кебаб, и футболки с логотипом. Участницы придумали стихи к подаче блюд и представили на стол мясное и рыбное ассорти. Ассорти будет называться «Сампа». В мифологии «Сампа» – это символ изобилия, благополучия и счастья. Горбуша свежая, с моря. Маринад делается. Укроп, лимон, соль, перец черный, красный, сладкий, плюс сухое вино и перец болгарский. Маринуется максимум час. И готовится очень быстро, 5-10 минут. Такие встречи – удовольствие для участников, говорит Яна Сокин из команды «Рыбе здесь не место». Это удовольствие. Это удовольствие, это сплочение коллективов. Это, представляете, сколько здесь рудники, все. Мы знакомимся, общаемся, мы там потом начинаем дружить. То есть при встрече мы там, вообще, это очень хорошо. Вот эти все встречи, они вот такие. Пока на берегу готовится ароматный шашлык, на озере Кислом уже вовсю развернулась грибная регата. Идут на карбосе неудержимом 2 километра по 2 круга. Гребля в такую погоду – настоящее испытание. Тяжело, конечно, но мы справились, мне кажется. Спасибо. Волны сумасшедшие, ребята, там надо быть аккуратнее, унесет в берег, где типа плавать. Я думаю, что грибной спорт – это тот спорт, который помогает команде организоваться, показать результат, потому что в этом спорте от каждого зависит конечный результат. Тут как поведет себя каждый, так и будет, такое будет место у команды. Поэтому мы стараемся проводить эти конкурсы для того, чтобы сплачивать наши коллективы. Попробовать свои силы вышли и ветераны грибных регат. Люди с 15-летним опытом. Удовольствие, да. Это, конечно, в первую очередь. Ну, хотелось бы показать результат. Тут же и пираты. Пираты должны быть везде. Вот. И мы хотим занять первое место. У нас команда слаженная. 3 опытных гребца, 2 новичка. Но ничего. Погода нам, я думаю, будет помогать. Ветер стихать. Пирата. Ох, ох, вперед! Заплывы были зрелищными. Самой сильной оказалась команда ветеранов АНОВ-2. Второе место у Расумчорского рудника, третье у Восточного. Сложно было выбрать победителей конкурса шашлыка. На суд жюри участники представили несколько вкусных блюд. Дегустация определила лидера. Победила команда АНОВ-2 «Рыбе здесь не место».